Блины со сгущенкой, шоколадом, фруктами, мясом и еще с десятком разнообразных начинок. Уж точно на любой вкус. Всю неделю дома пекли, теперь целая очередь за ними на празднике. Главное – традиционное угощение. Блины готовят прямо перед вами. Можно попробовать и самим. Особенно нравится. Блины! Очень хорошо. Погода прекрасная. Люди все веселые. Настроение отличное. Блинов поели. Блины прямо со сковороды, такие теплые, как весеннее солнце. Масленица в этом году выпала на ее первый день. Вот и настроение у всех празднично-весеннее. Хороводы, скоморохи и народные забавы. Метание валенок, бег в мешках, прыжки через канат. Кто в игры наигрался, танцует на концерте. Погулять на Казанской масленице приехала и певица Виктория Дайнека. Успели сделать на всяких вот мероприятиях, поучаствовать, попрыгать, покидать валенки. Первый раз на масленице. Мне очень понравилось. Такие массовые гуляния я люблю. Хорошо горит. Самый яркий и горячий момент гуляния – сжигание чучела по старой традиции. Вот и зимой простились, а весну встретили. Вероника Гайнутдинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.